Если студенты затрудняются в разных предметах, то практические уроки одинаково любимы всеми. А так как на нашем факультете большинство уроков практические, наши студенты приходят на учебу с удовольствием. Я хочу дать отдельные советы для каждой из трех кафедр нашего факультета. Любителям природы я советую выбрать инженерию лесного хозяйства. Любители природы с дизайнерским складом ума могут выбрать кафедру ландшафтного дизайна. А для любителей изделий из древесины подойдет кафедра инженерии лесной индустрии. Они могут комфортно проводить свои студенческие дни на лесистой территории нашего факультета площадью 14 гектаров. Наши студенты могут использовать наши мастерские, чертежные кабинеты и лаборатории в любое удобное для них время. На нашем факультете наши студенты могут получить образование, наслаждаясь природой и лесом.